Захожу я на канал Бискаса, а тут два новых видео, погнали смотреть. Может, да, это опять смертельная викторина с клеем. А что ты там делаешь? Пылинки сразу вытираю. Ладно. Что наносит больше урона? Алмазный топор или трезубец? По-моему, они наносят одинаковый урон. Нет? Да. Можно ли использовать бумагу в качестве топлива? 100% нет. Хотя, что если может? Тогда или нет? Нет. Да ты издеваешься, я почти тебя подловил. Сколько раз можно переключить повторитель? Ну, я думаю, что... Ты чё? Нечестно. Правда ли, что верблюд может перейти забор? Ну, перепрыгнуть может. А вот перейти, наверное, нет. А вот и может. Что это за зелье? Не ломай только. Это зелье отравления? А нет, стой. Это зелье прыгучести. Это зелье ночного зрения. Чё? Что сильнее, арбалет или лук? Мой лук. Они одинаковые. Нет, арбалет сильнее. Ты что? Да, это опять смерть. Бедный клей. Когда клип удали меня, не буду тянуть, скажу сразу. Клип будет в моем телеграме, ссылка в комментариях. Покажи настоящий цвет кожи. Я не думаю, что вы к этому готовы, но так генетически сложилось. У тебя есть девушка в реальности? Да, и она тоже снимает Майнкрафт. Почему имя канала Виксу? Потому что это мой ник в Майнкрафте. Именно из-за него меня начали называть Вискасом. А что было дальше, вы и сами знаете. Ты до сих пор в подвале? Да, мне здесь очень хорошо. Хотите рум-тур? Давайте. В этом углу мы спим, в этом едим, а в этом мы... Позвони на мой номер, ладно? Да. Фигня какая-то. Как ты познакомился с Визом? Однажды он пригласил меня взглянуть на его подвал. Вот так и познакомились. Когда клип удали меня... Да, это... Да. А теперь клип. Забудь. Thank you.